В конце 2017 года были проведены торги, определены подрядчики, но так как мы вступали уже в конец года, что не позволяло выполнять работы, связанные с фасадом, с кровлей, с водоотводными системами, которые предусмотрены в ремонте. Вот сейчас уже практически мы готовы приступать к работе, и только придет погодные условия, дадут возможность выполнять эти виды работ, связанные с фасадами, с кровлями и так дальше. Приступаем уже. В этот список на этот год вошли Пушкинская 1, Пушкинская 2, Пушкинская 4 и Пушкинская 5. Четыре объекта, которые сегодня уже готовы приступать к выполнению работ, которые я выше сказал. Начинаем только подготовительные работы, чтобы стройплощадку оградить, потому что связано с снятием штукатурки старой, снятием каких-то элементов, которые могут повлиять на безопасность людей и хранение стройматериалов, и установка лесов и так дальше. Это все надо оградить. Вот практически сейчас ведутся подготовительные работы. Будет потепление, будем приступать к работе.